Буланой. Передача. 32-й. Хороший пас. И стяжу комбинацию. 2 вниз. 32-й номер. Передача на Буланова. Передача Томмазо Фиделя. Атакует из-за дуги не точно. Хороший пас под кольцо. Чудов решается на сверху. Но ошибся тот. Артем Ворочалков. Кира Косян будет два штрафных исполнять. Первый. Второй. Так. Микаэль не забил свой бросок. Куницын. Хороший пас. И 21-11. И в отрыв. Руклин убежал. И забил со второй. 35-й номер с мячом. Усатов Егор. Даниэль. Накрывает его Куницын. И Киркосян, по-моему, ударился. Перехватывает у него мяч Усатов. И решил Техас. Посмотрим, насколько удачно получится. Куницын забивает. Карипов. Усатов со средней. Подбирает после собственного промаха. И 15. Снова Фидель. Хорошие передачи. И 25-й номер не забивает. Прошу прощения. 32-й. Микаэль Киркосян. Оба Киркосяна на площадке. Забивает. Снова Чудов. Хороший пас на Куницына. И тот из-под кольца. Прошу прощения, забивает. Так. Геннадий, средний бросок. Не точно, на подборе Чудов. Забивает. И с фолом завершает атаку Геннадий Куницын. Через Киркосяна забивает. Совал Усатов. Разворота. Передача на Фиделя. И перехватывают у того мяч. 2-1. Техас убегает. И здорово. У броска выйдет. Первый в цель. Второй. Киркосян. Хорошая передача. И Куницын на паркете у Бруклина. 32-й номер. Хороший пас Геннадий на... Киркосян. Усатов с мячом. Ой, тяжелый. Усатов. Получает заслон от Григорьева. Проходит. Бросает среднюю. Усатов. Здорово. Даниэль это. Буланый проходит затяжном. Забивает. До Даниэля Киркосяна мяч доходит. Тот против Буланова. И... второй в цель.
цель отправляет. Нашел Усатова против того Чудов. Киркосян забрал от Куницына и перехватывает. Здорово, Усатов. И с фолом забивает. 35-й. Второй забивает. Григорьев. Первый штраф Микаэля. Будет обыгрывать. Останавливается средь. Матч прекрасно между Техасом и Бруклином идет. Куницын. Забивает Геннадий. Первый на Нагова. Второй. Так. И третий. Не точно, но подбор за Куницыным. Геннадий, поздравляю с победой. Великолепная игра от тебя сегодня. Спасибо. Результативная. И в принципе и в защите, и в нападении был хорош. Что скажешь? Ну, мы показали, что у нас наша команда претендует на чемпионство. Мэдэн следующий. Так что... Бросайте им вызов. Да, да. Все ожидания, все предсказания были ошибочны. Мы это доказали. Молодцы. Что скажете о команде соперника? Они сражались сегодня достойно, я считаю. Они сражались достойно, но чего-то им не хватило. Парни молодцы, молодые. В принципе, с техникой. Но мы были сплоченнее, мы были организованнее, возможно. Вот и дали свой результат, показали. Да, согласен. Геннадий, поздравляю с победой, вы спасибо. Молодцы.